хадж в этом году смогут отправиться 6 тысяч дагестанцев. Об этом сообщили в Республиканском едином хадж-центре. Количество мест в 2014-м меньше, чем в прошлые годы. В связи с реконструкцией мечети Аль-Харам в Мекке власти Саудовской Аравии приняли решение сократить квоту для всех стран на 20%. Еще часть мест отданы жителям новой республики в составе России – Крыму. Однако число дагестанцев, желающих поехать в хадж, наоборот, увеличивается. Поэтому организаторы приняли решение допускать только тех, кто впервые отправляется к местам паломничества. В этом году, так же, как и в прошлом году, это решение сохранено. В хадж могут поехать только те люди, которые еще не были в хадже. Это связано с тем, что большое количество этих людей, которые не были в хадже, хотят поехать, а мест мало. Именно по этой причине те люди, которые были, они проявляют это желание, но, к сожалению, такой возможности нет. Поэтому мы можем только посоветовать, чтобы они увидели святые места путем посещения через малый хадж. Напомню, что хадж-кампания в этом году начинается с середины сентября. Уже через неделю с паломниками начнут работать руководители и помощники. Они будут давать советы и разъяснять все организационные моменты. Помощники и руководители, они будут связываться с паломниками в будущем, будут проводить собрания, будут объяснять им, как проводить вакцину. Вакцинация тоже будет в этот период проходить.